Здравствуйте. В прошлую зиму прибилось ко мне три кота, которые всю зиму жили у меня в гараже. К этой зиме, похоже, у меня другой подарок. Вот две бездомные собаки тоже прибились ко мне. Пойдемте. Вот они. Ну, посмотрим, как их благоустроили здесь. Вот поставили здесь будку теплую. Значит, типа сделать стены типа сэндвич с двух сторон. Вагонка, внутри утеплитель. Так что зиму будут жить не замерзнут. Вот так вот. Взял и вынес, рассыпал весь корм. Нечего, говорит, засорять будку. Ну что ж, будете с земли есть. На этом до свидания. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.